Эта элита будет заменена, которая сейчас? Она же не годна ни к чему. Ну, извините, я заострю. Да, но это будет несколько попыток. Это не будет сразу, это не линейный ход. Это будет попытка, давайте подрихтуем здесь. А может быть, здесь вот так вот. А может быть, как-нибудь переживем, может быть, рассосется. И каждый раз будут вводиться какие-то попытки сначала на управленческом, скажем, фоне там как-то что-то переформатировать. Не получится. Такими мелкими шажками не получится. Идет полное переосмысление всего. Но за этим переосмыслением, когда пройдут ряд событий, и мы уже задним числом взглянем на это, как сейчас мы смотрим на Октябрьскую революцию и думаем, а зачем? Вот. Поэтому очень многие вещи будут пересмотрены. А то, что мы имеем дело с объективными мировыми процессами конфликтного толка, которые как машина сама уже не работает, а та часть, скажем, под названием «Россия», она имеет несколько иную оторванность ментальную, всяческую. Она не принимает вот эту попытку заставить все-таки переформатироваться в новом режиме вот в том, что в 1770-х годах было предложено Америкой. Там же была отменена возможность распределения энергии бесплатной, а там она была. То есть все превратилось в то, что у нас есть нефть, в то, что у нас есть какие-то такие формы, которые недоступны простым людям и так далее. А грядут новые открытия, они уже есть, их надо вводить. А как их вводить? Кто ими будет пользоваться? А невозможно, потому что если элита не сможет людей собрать в тот формат такого мощного подавления их воли, то тогда придется с ними делиться. Поэтому есть война за то, чтобы создать эту самостоятельную даже идею, которая должна родиться в умах, что надо хотя бы вот так смириться и жить. Пусть они на нас давят, но хоть есть что покушать, понимаете? И тот ли это формат, который потом всех устроит? Либо, в конце концов, понимая, что в нашу жизнь входят совершенно другие энергии, совершенно другие, и что та форма взаимодействия государств уже не годится. Мы общаться с космосом будем, у нас будут космические энергии. Это что, как бы, это что, как-то будет локальненько там в эту страну, вот туда, немножко тому, потом, ну что ж, Россия опять всегда как, какая-то странная, мы ей поменьше дадим, ну они же там странные. То есть вот это все время создает какую-то иерархию страновую, которая уже не годится. Эта пирамида не работает. Поэтому разрушение этой пирамиды, вот что происходит. И в конце концов мы придем к тому, что у нас не будет границ таких, у нас не будет проблем, таких, как сейчас. Но мы переживаем самую острую фазу эпохального толка, которая происходит, может быть, раз там, в тысячелетие, а то и еще серьезнее. И более того, мы имеем сейчас, если говорить о метафизических вопросах, некие сигналы, импульсы свыше, которые переформатируют умы людей. Но это не будет так легко. Это сначала может превратиться в странную проблему, например, на Украине, вот где-то опять же в апреле, которая может быть связана с какими-то эпидемиологическими вопросами. С одной стороны. С другой стороны, с очень серьезным переосмыслением вообще всего. Это странно, потому что нам кажется, что чтобы переосмыслить, должны случиться такие-то события. Экономика должна что-то подкрутить, и тогда все переосмыслили. Переосмысление родится только, когда возникает действительно острая ситуация. Это и происходит как трансформация, как катарсис в момент того, когда ценности выстраиваются по естественной шкале. Поэтому мы имеем сейчас кризис метафизический, физический, экономический, моральный, этический и религиозный. Это целый комплекс. Если мы не будем решать это в этом смысле, если мы не увидим эту широту проблемы, то мы останемся просто ковыряться в том, в чем сейчас продолжаем. Я сижу сейчас, сожалею, что не провел с вами тот самый эфир про идеальный мир и царство истины. Мы его так немножечко скомкали с Максимом Леонардовичем Шевченко, честно говоря, и он немножечко оказался не готов так глубоко копать.
Светлана, вы меня простите, что я поторопился и, значит, вот немножечко эту тему, ну, скажем так, потратил. Но я вам хочу задать вопрос, который я не задал Максиму, а вот это вот самое царство истины. Вот вы сказали о том, что к нам направлены энергии вместо наших, вместо тех, которые мы могли бы проводить без потери нагрева проводов, превышающие, да, там вместо 220 вольт нам направили 1000. А вот это царство истины, оно всегда лежит через боль и кровь. Многие же погибнут. Ну, то есть вот вы так сказали об этом. Я не думаю, что речь идет об истине. Речь идет о сломе жития, которое Земля не выносит. Есть, мы с вами же все-таки должны думать обо всем, не только о том, что у нас вот там автомобиля не будет, но о том, что просто должна быть трава, о том, что должно быть небо и вода не отравлены и так далее. Но мы же приходим в результате к тому, что истина заключается, мне кажется, в ответственности каждого. Если мы собираем группу людей, и есть предводитель, который куда-то ведет, а группа сама по себе очень странная, вот мы сейчас вот, да, разобщены, что из этого получится? Ничего. Но если будет внутренняя возможность фокус свой, внимание менять и осознавать, что происходит, и понимать, что, собственно говоря, есть ценности, ну, выходящие за пределы не только наших жизней, да, но и Земли, то тогда у нас вообще смещается понимание, зачем космосу вот эта вот токсичная планета. Вы знаете, что если происходит ядерный взрыв, извиняюсь, конечно, за такое вот сейчас заявление, почему, в общем, скажем, космос боится ядерного взрыва не только на уровне физическом, но и на уровне тонкого мира? Потому что фрагментируются души, они разлетаются в этот момент, просто как кванты. Поэтому есть вещи, которые мы просто даже не представляем, не знаем, мы не готовы к ним, мы эгоистичны. Как только мы начнем мыслить по-другому, поверьте, это очень большая сила. Но не мне вам рассказывать, как себя ведет квантовая частица, в зависимости от наблюдателя. А вы полагаете, поэтому... это тонкоматериальная структура полевая, на которую могут влиять физические факторы, вот эта самая душа, да? Возможно, что это вполне себе физическая такая категория, мы же не знаем. Возможно, основного вопроса философии не существует, что первично. Да, есть стык, да, определенный. Есть стык. Мы просто все время думаем, что физика как бы отдельно материальная. Душа — это отдельно материальная. Но, скажем, наши мысли порождают события. Бог разговаривает с нами событийно. Он не собирается с нами там нам объявлять по радио, как нам себя вести. Это сейчас выбор каждого. Мы находимся на разломе историческом и духовном. И духовность на сегодняшний момент, как бы она уже не была затерта, вот этот термин, он является основополагающим. Поэтому, конечно, для того, чтобы вообще понять, что важнее, иногда человека оставляют без комфорта. Но все-таки, как вам сказать, иногда есть вещи, которые... Ну вот внутренне вызывает, ну, у меня, например, честно скажу, сопротивление. В тот момент, когда мы понимаем, что все, что нам дано, ну, допустим, нам с вами, да, это слово, кому-то даны другие вещи. Если мы говорим и кидаемся всем, там вот у нас в цеху мы работаем, да, нам не нравится, нам не те станки привезли, мы в них прямо вот, не знаю, кидаем гири, говорим, какая вообще, не будем мы в это играть, что тут наделали? Ну, раздолбали мы это, да? А слово сейчас является одним из строительных факторов. Ведь не случайно история так складывается, как я сейчас сказала. Смотрите, информация-то распадается. Информация как организм и как вектор, как направление уже больше не работает. То есть представляете, в какой точке начальной мы сейчас находимся? Но мы почему-то все равно пытаемся цепляться за прошлое. Но я понимаю, что очень сложно, что мы живем в таком вот техническом мире, который очень друг от друга зависим. Но какие-то формы дружественности, тепла, взаимопомощи, ну, они же не потеряны. И я не знаю, вот если вы захотите, если у вас там есть возможность, да, я вам просто
отправлю те предложения, которые, например, делает Киргизия. Да, она не одна такая. Там Грузия себя ведет совершенно необычно, тоже предлагает там что-то так поставлять вот, в обход санкций. Это удивительная вещь просто. Да. Очень, мы сейчас будем видеть такие метаморфозы. Мы будем видеть людей, которые в той же самой Украине будут говорить вещи, которые будут нас удивлять, которые будут вне вот той такой глобальной политической повестки, вне мейнстрима. Ну, мейнстрима я имею в виду другого рода. Вот. То, что мы будем видеть физически, люди будут вести себя очень странно. Это будет какое-то состояние, вот, например, в апреле, очень странное. Кто-то будет через болезнь переформатироваться, кто-то через сон, кто-то через какие-то совершенно другие состояния. Мы увидим востребованность новых знаний в религиозном, даже не религиозно, да, а вот в какой-то метафизической форме. Мы все время жили в какой-то методички, как быть с Богом, что мы должны делать. Но мы никогда не задумывались, у нас не было знаний. А сейчас, как вы понимаете, они к нам поступают. И поступают, между прочим, от людей сверху даже. Поэтому, да, в частности, вот это. Да, эта книга как раз демонстрирует нам вот расширение этих знаний. Никто не навязывает там каких-то вещей. Но давайте узнаем больше про это. Может быть, мы поймем, что то, как, скажем, вот, допустим, в этой книге, как вещает высшие силы Земли, там, Бог там, Земли, как угодно его можно назвать, да, но мы вдруг понимаем, что там какая-то есть человеческая эмпатия, а мы-то думали, что это такая вот прям холодная машина, которая вычисляет, кто прав, кто виноват. Но мы, вот и есть та часть той эмпатической, скажем, матрицы, которая есть. Что ж мы отражаем-то другое? Поэтому если мы начинаем синхронизироваться с этим, если мы в это знание, каждый для себя найдет там что-то, да, и если мы вдруг начинаем задаваться вопросами и что-то менять в себе, представляете, как квантовые частицы на нас будут реагировать? И я не шучу. Есть судьбы людей, которые делаются их не совсем руками, а головами и сердцем. Это как действительно такой уровень сохранности. Наверное, я сейчас очень эмоциональна, но это действительно, когда есть у нас орбита, на которой мы живем, в нее попадают какие-то люди. Вдруг вот смотрят, говорят, они счастливы живут, а что такое? Ведь все уже переживают, а они тут радуются. Но это такая орбита, это создается, ее можно расширить. Но только главное понять, как этот мир устроен, как он действительно, по каким законам он живет, как мы действительно синхронизируемся с высшим замыслом. А если мы от него уходим, и мы механистичны, и мы совершенно не эмпатичны и эгоистичны, ну, тогда нам надо закрыть все, там, все религиозные источники, Библию, и вообще забыть о Боге. Ну, что, собственно говоря, и происходит, когда мы его не, ну, когда мы не ставим во главе угла процесс творения, мы к нему перестаем относиться как к ценности. У нас какие-то другие задачи. Вот, я сейчас чувствую себя каким-то проповедником, хотя на самом деле я очень хорошо чувствую в своей жизни, в жизни моих там, подопечных, с кем я работаю, как строится эта жизнь, как она выстраивается, если ты понимаешь ее какие-то сигналы, которые она тебе шлет. Так и сейчас глобально, если мы это понимаем, то, наверное, вопрос спасения, он заключается внутри. И вы там очень большой мир откроете, если заглянете туда. А можно я два слова скажу о книге Евгения Савченко? И внутри моего такого короткого рассуждения будет следующий вопрос к вам, Светлана. Вот Россия, вы говорили неоднократно, будет внутренне перестраиваться. Я пока этого не вижу, но я с вами внутренне и интуитивно согласен, что все-таки в небесной канцелярии существуют какие-то планы и намерения в отношении нашей территории. И в этом смысле очень важно слышать голос неба. И автор этой книги, я для зрителей напомню, белгородский губернатор. На мой взгляд, это самый успешный губернатор в истории Новой России, Евгений Степанович Савченко. Написал книгу, которая называется «Потрясение». Это подаренный мне экземпляр, и автор написал мне следующие строчки. Надеюсь, эта книга будет созвучна вашим размышлениям и поможет найти ответы на вечные вопросы мироустройства.
Евгений Степанович Савченко – мужественный человек. Объясню почему. Потому что когда я затевал канал «Главтема народ», я говорил тоже с очень достойным человеком, советовал с ним, как мне строить работу. Это был один из отцов-основателей «Главтемы» Михаил Зинович Юрьев. Я ему сказал о намерении все-таки говорить о вечных вопросах бытия, и несмотря на то, что это был глубоко воцерковленный человек, человек очень тонко чувствующий, он меня предостерег от этого, сказав, что не все люди поймут тебя правильно. Евгений Савченко проявил мужество, это действующий политик, ныне сенатор, опубликовав эту книгу. Я думаю, что он каким-то образом и открыл забрало, и снял латы. И для своих политических оппонентов он, ну, так сказать, публикацией этой книги сделался более уязвимым, ну, с точки зрения защиты, да, я думаю, что он опытный политический боец, и, значит, его оппонентам не стоит расслабляться, что как-то вот он так вот сейчас, опубликовав эту книгу, остался без счастья доспехов. Но я вам хочу сказать, это уже мой вопрос к вам, а многие ли политики слышат голос неба, как его слышит Евгений Савченко? Мне кажется, они глухи, мне кажется, они настолько ограничены, мне кажется, они настолько приземлены, вот, ну, я приземленный человек, и даже по сравнению со мной, они уж совсем где-то там на уровне газонной травы. И мне кажется, вот этот дивный новый мир должен как-то их переформатировать, мы должны увидеть какую-то новую генерацию политиков, которые существенные вопросы бытия переводят в политическую плоскость. Но я, боже упаси, не имею в виду какие-то религиозные диктатуры. Да, вот не это я имею в виду. Я имею в виду вот создание какой-то гармоничной среды. И вот почему я считал, что партия «За Россию» проиграна? Мы же вошли в эту битву без идеологии. Вернее, мы вошли туда с идеологией, которую я отказываюсь считать идеологией. Эта идеология была только среди нашей так называемой элиты. Она сводилась к тому, что здесь мы зарабатываем, а складируем, значит, заработанное там. Эта идеология сейчас перестала существовать, и слава богу. И в этом, знаете, в смысле нет худа без добра. Вот мы видим крушение этой идеологии и, значит, и всех ее апологетов, да? И так чего нам ждать, если вот наши капитаны, Светлана, наши политики, которые стоят и во главе государства, или там имеют прямое отношение к принимаемым решениям, они столь приземлены и столь глухи. Так вот, Бог им и втолковывает вот через такие вот военные сценарии. Я правильно понимаю? Ну, я, наверное, вот что хочу сказать. Во-первых, вот мы с вами вначале вот как раз был разговор о том, как вообще метафизика пересекается с практикой, да? И вот мы видим, да, на примере Евгения Степановича Савченко, как это пересекается. Ведь человек вот в этом контексте жил лет 10, насколько я знаю. Да. И то, что он построил, и это с учетом некое там уже подобное знание, это с учетом определенной точки зрения на все это, да? То есть, значит, это ложится на возможность не только там себя как-то формировать духовно, но и формировать среду вокруг себя, в том числе экономическую. Потому что это было созвучно, скажем, тем вещам, о которых там вещается. Это во-первых. Во-вторых, что касается, ну, я не знаю, насколько вообще эта тема сейчас корректна, но скажу так, что очень многие политики используют некие каналы с высшими силами. Но мы должны понимать, что сейчас ну, над нашей землей витает не одна цивилизация, которая, скажем, предполагает как-то ангажировать в свою сторону. И не все так просто. Это очень непростая тема. И вопрос там, добра, зла и, скажем, каких-то дальнейшей жизни — это тоже борьба за землю. Есть истины, которые нам близки, нашему человечеству, дух, там, благородство, естество и так далее. А есть цивилизация технократического толка, которая, собственно говоря, тоже отрабатывали здесь свои сценарии. И вопрос того, обращаются ли политики, насколько я знаю, очень многие. Но не туда, в разные источники. Поэтому вопрос противоречия и вопрос смелости, да, действительно, но я знаю многих, кто к этому действительно имеет отношение, но никто ничего не написал, никто ничего не издал. А здесь ведь вопрос не ведь в том, что буквально вот сейчас в апреле
действительно в силу входят в такое взаимоотношение планет, которые вносят совершенно другой спектр знаний вот в эти вопросы тонкого устройства, да, тонкоматериальных вещей, духовных вещей, запредельных вещей для нас. Мы становимся, мы буквально соприкасаемся сейчас с тонким миром. Эта грань будет все тоньше и тоньше. И вот это вдруг книга действительно совпала с тем положением планет, которое буквально, я могла бы ее озвучить так, это просто голос Бога, это просто влияние, которое будет расширять возможности, вы говорили, выжить вот людям. Это как раз поможет выжить, потому что меняется эгоизм на самом деле. Это действительно такое бомба замедленного действия, самоуничтожение. Как только снимается вот это все, как только ощущение единства, океана вот этого совместного начинает работать, мы становимся мощнее. Вообще, когда вот, допустим, мы с вами сейчас говорим, что происходит, как же так, Россию обидели, а мы, наше правительство, и вот представьте себе, вот огромный океан, который, в общем, не спрашивает вас, когда ему там отлив у него, когда прилив. Он живет по космическим законам. И вот мы сейчас попадаем вот просто в синхрон с этими глобальными такими законами. И если эта волна сталкивается с сопротивлением гнилой какой-то конструкции, она ее просто сносит. И мы не можем сопротивляться законам, природным, глобальным законам. Мы можем только оценивать и понимать, что нам нужно делать, чтобы синхронизироваться с этим океаном, да? Что нам нужно, почему к нам приходит это знание только сейчас, именно сейчас приходит. Почему мы начинаем задумываться и останавливать себя в тех вопросах взаимного противления, которые сейчас есть. Может быть, это фактор объединяющий, может, это фактор, которые все-таки вот эту войну наших взглядов, наших слов, нашего противостояния друг другу, он приведет в какое-то состояние единства. И это очень важное слово, это очень важная, на мой взгляд, книга. Это очень важный, смелый, действительно, такой смелый поступок, когда не каждый может принять это и понять. Поэтому, насколько я знаю, в этой книге лишь только упоминание о том, какие знания оттуда идут, да, какая информация. Но есть книги, которые рассказывают о том, что действительно сверху, какая информация идет вот из того источника, о котором пишет Евгений. На мой взгляд, это, конечно, какое-то тоже эпохальное явление, потому что больше не будет работать догматизм, больше не будет таких правил, которые вы бессмысленно исполняете, но пришли и замолили грех. Вы ответственны за все свое, за свою жизнь. И каждый будет ответственным за это. Поэтому вот тот момент, связанный с индивидуальной ответственностью, он крайне важен. Мне кажется, так. Можно одно свое личное впечатление скажу об одном фрагменте этой книги. Я думаю, что это будет очень созвучно тому, что вы говорили, о битве цивилизации, которые летают над нами, и они дублируют эти битвы на Земле. Евгений Степанович пишет, что во время Курской битвы, когда, пожалуй, это был апогей Великой Отечественной войны, и великолепно оснащенные эсэсовские дивизии, Лейбштандарт и Мертвая голова в районе Прохоровки, в районе речки Псел, расставили свои убийственные 88-миллиметровые орудия из дальних дистанций, стали расстреливать 5-ю гвардейскую армию Ротмистрова. И люди, наши танкисты, которые сидели в этих танках, в своих этих тесных и некомфортных башнях, Т-34 был очень таким простым, надежным, но очень грубой такой боевой машиной. Я думаю, что они думали только об одном. Как бы быстрее приблизиться к этим клятым эсэсовцам на те самые 500 метров, когда Т-34 мог нанести «Тигру» какой-то урон. И в этот момент, как следует из книги, и на небе была такая же битва. Несмотря на то, что соотношение потерь было не в пользу
Красной Армии, но ментально там была одержана победа. И это предопределило дальнейший ход войны с этого момента. Ну, то есть вот именно на Курской дуге был сломлен бронетанковый кулак вермахта. И эта победа произошла одновременно и на небесном плане, и на земном. Это потрясающий момент. Друзья, если у вас будет возможность, эта книга доступна уже для скачивания в интернете, прочитайте ее. Я перечитываю ее уже третий раз и нахожу там все новые и новые какие-то глубокие моменты. И моя глубокая благодарность автору еще раз за то, что он проявил, ну, по сути, гражданское мужество, опубликовав такую глубокую и очень личную книгу. Это очень личная вещь. Я хочу сказать, что ее можно скачать и на моем сайте svetlanadragan.ru. То есть она размещена, по-моему, даже на втором моем сайте тоже. То есть найти ее несложно. И хочу сказать, вот, Александр, вы же мне задавали в самом начале вопрос, ну, условно, который звучит так, а с нами Бог или нет? Он с нами? Вот смотрите, вы сами себе ответили на этот вопрос. Поэтому вот, наверное, то, что он с нами... А мы это кто? Мы это кто? От России. Мы об этом. Вот вы сейчас рассказали. Ну так а с какой частью расколотой России он? Я искренне не понял вот сейчас вот это. Нельзя дробить ее. Если есть люди... Нельзя говорить, если плохие, есть и хорошие. Есть недостаток информации. Есть проживание определенной фабулы. Но это все Россия. Мы все Россия. Тут, по-моему, делить не приходится. Хорошо, я понял. Глубокий ответ очень. Да. Да, да, да. И это разделение, оно как разруха, оно все в головах, конечно же. Светлана, скажите мне, пожалуйста, вот давайте все-таки ваша аудитория ждет от вас каких-то четких астрологических указаний на то, как нам дальше жить. А ведь многие люди сейчас находятся в такой искренней и глубокой растерянности. Как дальше жить? Как дальше планировать свою жизнь? Рожать ли детей? Идти ли учиться? И в этом смысле, вот я думаю, что люди же, понимаете, во многом опираются на то, что вы говорите. По одной простой причине. Очень много из того, что вы говорите, мы потом видим в реальности. И вот я вам изложу опять-таки свой приземленный взгляд на тайминг событий в России. А вы, может быть, на это наложите свою астрологическую сетку. И мы посмотрим, как это соотносится или не соотносится вот этот вот приземленный план и небесный план. Вот мне кажется, что... Сейчас ситуация, она такая достаточно замороженная, где-то, наверное, какая-то динамика пойдет в апреле, когда будут понятны, какие у нас произойдут технические и не очень дефолты, будет понятно более-менее, что у нас с курсами, вот, как-то там правительство, может быть, даст Бог, сориентируется, и май месяц, вот с моей точки зрения, будет месяцем принятия ключевых решений. Почему? Во-первых, я думаю, что к мае будут понятны итоги спецоперации на Украине. Будет ли достигнут первоначальный план, или вообще что там будет достигнуто. И в мае же, это я уже как предприниматель, экономист говорю, мы увидим первые эффекты от первой волны санкций. То есть вот от этой санкционной гороты, удавки, которые нам набросили. Но август у нас традиционно тревожный месяц для России. Вы об этом говорили в нашем предыдущем эфире. И я хочу сказать, что вот многие люди именно в августе начнут задумываться о том, как жить и дальше. Ну, хотя бы там перезимовать, потому что все долги взяты, кредиты набраны, работа не предвидится, и впереди еще осенняя хандра. Ну, то есть вот там же еще, может быть, и выборы, если их только не отменят, должны состояться, и, может быть, их формат будет как-то изменен. Но, в общем, как-то мне кажется, что вот этот вот эти все полумеры, которые там до того предпринимались для стабилизации общественной ситуации, вот эта вот раздача там пятерки-десятки, это уже все играть не будет никакой роли. И мне кажется, в августе возникнет точка очень значительного социального напряжения. Это мой анализ, но исходя с моей, вот, так сказать, колокольни. А что говорят звезды? Ну, скажем, вы в основном правы в хронологическом смысле. Единственное, что хочу сказать. Конечно, многие заметили, что всегда я более оптимистична. И на самом деле, допустим, вот я вижу, что
все выглядит достаточно победно с нашей стороны, вот у нас, да, все, что касается там наших движений и в отношении спецопераций, в отношении экономики, как ни странно, и то есть какая-то экспансия даже видится, и некая новая финансовая политика, и пока я не вижу деструкции прям очевидной. Единственное, что я вижу, что действительно в мае, особенно в середине мая, Россия будет поставлена в очень сложные обстоятельства, они провокационные, они специально, так скажем, сформированы для того, чтобы буквально как Гамлет вопрос, быть или не быть. Да, и от того, какие будут решения приняты, во многом будет зависеть судьба и России в ближайшие там полгода-год и так далее. И, конечно, я пока думаю, что самым сложным временем экономическим не будет ни апрель, ни май. Экономически сложно будет осень. Вот после августа, конечно, но особенно там октябрь, ноябрь. Это как... Ну, это очень серьезная история, да, она очень намекает на такую экономическую аскезу, на очень большие проблемы и очень сильное, структурирование, жесткое структурирование власти и так далее. Эта борьба, она как будто бы как последний бой. И видится, что... Я, честно говоря, вот до такой степени здесь осень не отслеживала. Я знаю, что она должна быть одной из самых сложных, одним из самых сложных времен, с которыми мы столкнемся. Но параллельно с этим, как я уже говорила в начале нашей программы, идет очень сильное движение, связанное с вопросами природных ресурсов, каких-то хозяйственных вопросов, даже как-то политически, даже как-то вот презентационно, да, себя Россия будет иначе позиционировать. Она начинает занимать совершенно другую систему координат. У нее есть на что опереться. Несмотря на все сложности и уход одного за другим, там, скажем, компаний, людей, элит, там, по разным причинам, по причинам там, скажем, вынужденного ухода, по причинам естественного даже ухода. То есть все это так. Но... Наверное, я поподробнее скажу туда, когда мы начнем переживать более серьезные времена, это май-июнь, когда действительно нам будут предложены какие-то более жесткие формы реагирования на вызовы, то, чего как раз от нас хотят наши западные оппоненты. Вот. Ну, я, естественно, мы пойдем у них на поводу? Я думаю, что нет. Единственное, что как бы нет, не пойдем, нам не дадут даже те же самые цивилизации. Нет, это будет на корню просто затоптано. Мы не пойдем на это. Но другое дело, что вот это вот у нас всегда была пирамида, намекающая на некую монархическую власть. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот эта вот монархическая структура такого управления, она к августу потерпит фиаско, и это будет уже очень серьезные такие моменты. Это совершенно будет неожиданно, и будут обстоятельства, которые можно назвать экстраординарными. Я, наверное, о них расскажу чуть позже, потому что я сталкиваюсь с тем, что когда рассказываешь, я год назад рассказывала о том, что будет с Украиной, была такая программа, называлась «Боятся ли войны?». Вот, и я там все это рассказала, никто на это внимания не обратил, это не имело никакой ценности. А сейчас как бы задним числом, когда там мы выкладываем подтверждение, ну, вроде это вызывает удивление. Хочется, чтобы это был такой навигационный конструктив. Поэтому если, скажем, к августу будет провокация на то, чтобы мы внутри страны там раскололись и пошли на какие-то действия, да, такого революционного толка, то, наверное, мы должны очень хорошо подумать, что останется тогда от нас, если мы неправильно для себя поймем, что происходит. Мы должны понять, что к концу года у нас все равно есть шанс перестроиться. Другое дело, что те, наверное, изменения в управлении, которые случатся, они будут большим удивлением для всех.
но у нас есть на что опираться. И вот несмотря на то, что вот так вот все сложно выглядит, и сейчас воспринимается как тупик, я думаю, что все будет несколько лучше, чем кажется. Ну вот хотя бы так. Можно что касается Украины, то тут тоже, конечно, как я уже сказала вначале, это вопрос не быстрый, это вопрос перестроечный, и она будет возрождаться с большим трудом. И вот, ну, я уже говорила, только к весне мы увидим, что вот она, наконец, вот до дна такая вот перестройка. Да? Можно я задам вопрос, злоупотребив, конечно, своим служебным положением вашего интервьюера от главтемовского актива? Меня мои старые товарищи просили у вас узнать. Это люди, которые очень хорошо разбираются в политике, в экономике. И как-то вот, исходя из тех вводных, которые мы сейчас видим, им представляется очень возможным и вероятным. Ведь вы правильно сказали, что Россию просто так нельзя взять и исключить из всех мировых балансов, из мировой структуры экономики. Это очевидно всем. Значит, все равно какое-то... Так или иначе, какие-то переговорные, значит, действия будут, и какие-то точки соприкосновения будут найдены, ну, как мне кажется. Но дело в том, что вот вы же говорили, что в Европе, вот где-то в начале нашей беседы, сейчас не очень хорошо. Ну, конечно, не очень хорошо. Цена за топливо превысила 2 евро во Франции, да, уровни инфляции рекордные. Во Франции первый раз французы увидели пустые полки. Бьет рекорды инфляции в Соединенных Штатах. И, в общем-то, дело все идет к тому, что оправдается прогноз моего кумира в аэрокосмической области Илона Маска, что и Запад обрушится в глобальный финансовый кризис. Все предпосылки для него есть, и даже триггер есть. Вот что говорят звезды по этому поводу? Мне кажется, что если это произойдет, какая-то часть давления с нас будет в этот момент снята. Потому что, ну, просто невозможно читать новостные ленты, кто еще ушел. Вот там сегодня, когда мы с вами беседуем, прошли сообщения о том, что золото, значит, российское золото будет исключено из международного оборота. Чтобы уже эти ребята охолонулись, потому что они тоже там палку перегибают так, что я об этом говорил в своем моноэфире. И, в общем-то, хочу сказать, что Запад-то сошел с ума совершенно точно. Так вести себя по отношению к ядерной державе, ну, я не знаю, это вот, это как-то игра с таким вообще огнем. Может быть такое, что им будет не до нас? Вот коротко подытожу свой вопрос. Думаю, пока нет. Я думаю, что как минимум до глубокой осени им будет до нас. Вот. И как мы понимаем, вот как вначале мы говорили, что это же такое общее падение, такой декаданс земного мироустройства прежнего. Поэтому умышленно это или неумышленно, но это будет происходить, поскольку Западу тоже нужно разрушиться. Вот. Ну и с тобой скажу, что вижу в карте России, что вот этот прессинг, он довольно долго продолжается и по болевым точкам бьет. И, ну, по крайней мере, вот сейчас даже смотрю, есть даже февраль 23-го еще очень информационно блокадный. Тут еще не так все просто. Но, с другой стороны, я вижу, как находятся другие ресурсы для становления. Может быть, отчасти это как раз связано с теми вот прежними республиками, которые были. То есть все же идет к тому, что вокруг России по вынужденным, буквально условиям, вынужденных условиях, да, начинает формироваться круг, который начинает замыкаться вокруг нее, в хорошем смысле слова, потому что он тоже находится под прицелом. Ну, просто Котов увлекается. Да-да, вот. Он там оживляет очень картинку нашего эфира, такой милый зритель. Поэтому, скажем так, рассчитывать, что вот прям слабинка будет, ну, не очень я в это верю. Может быть, какие-то частные моменты, я скажу так, астрология ведь такая штука, но там, допустим, есть компания. Когда ты ее рассматриваешь, ты можешь видеть, как развивается у нее, там, так сказать, там, история, да? Есть общий план. Ведь мы как люди. Кто-то счастлив, кто-то нет. Так и компания, так и вопросы, связанные... Ну, ведь... В самом деле речь идет о чем? Что планета, связанная с вопросами, в
финансовых структур, больших капиталов, энергетики и все, что связано с вопросами авторитарности, строящейся на этой части, на этом сегменте, да, жизни, как раз к 2023 году, к маю, первая репетиционная картинка, а давайте посмотрим, что если мы выйдем за пределы прежней парадигмы вот этой, скажем, финансовой, экономической, энергетической сферы. Первый раз выход. То есть это репетиция для того, чтобы полностью отменить прежнюю модель, связанную с финансовыми вопросами, с глобальными финансовыми вопросами, с теми вопросами, которые, на которых формировалась и военная, там, ВПК, там, во всех смыслах. То есть это та часть энергии, которая связана с возможностью осуществлять влияние за счет финансово-военно-экономических структур. Вот она вдруг выходит из прежней, скажем, из прежнего сценария и начинает пробовать другие формы. Я не исключаю, что где-то в мае, например, после 23-го, может быть, мая, первые признаки того, что доллар, а давайте попробуем его сделать виртуальным, а давайте вот так. Порепетировали, не получилось, вернулись еще раз к прежней какой-то форме и так далее. То есть там начинаются первые ростки, тренировки, как бы могло быть в новом мире. Поэтому для того, чтобы этот новый мир организовался, необходимо элите Запада так устроить хаос, как минимум, чтобы совсем сказать, ребят, ну... Хотите нормально жить? Ладно. Тогда вы должны пойти на такие-то условия. То здесь мы не имеем возможности увидеть диминуэнда, крещендо, только крещендо. Вот, к сожалению или к счастью, так. Светлана, спасибо большое за эту беседу. Мне кажется, Макс Фрай писал, что надежда – это глупое чувство. Но вы знаете, поговорив с вами... Надежды во мне на какой-то образ будущего стало больше. Я думаю, что примерно похожие ощущения испытывают и наши зрители. И спасибо вам за то, что вот в эти сложные времена вы поддерживаете огромное количество людей своей рассудительностью, своим спокойствием. Это то, что сейчас людям крайне не хватает. И при всем при том, что вы не скрываете проблем, которые будут, вам почему-то удается как-то быть неуловимо позитивной при всем при этом. И это очень важный настрой, потому что из двух утопающих один там кричит: «Я спасите, помогите», барахтается и как-то к берегу не плывет, а если другой, по крайней мере, там осматривается по сторонам и начинает плыть, вот, друзья, догадайтесь двух раз, у кого предпочтительные шансы на выживание. А именно о выживании русской цивилизации сейчас идет речь, и не надо себе в этом смысле как бы что-то там упрощать. Можно я приведу один пример? Просто он очень показательный. Вот для того, в том смысле, что русские всегда смогут восстановиться, всегда найдут возможность не только выжить, но и построиться, и как бы создать нечто новое. Мы когда были с одной из поездок, ездили в Мексику, а там всегда 27 градусов тепла. И вот у нас такая компания, человек из Венесуэлы, из Голландии, из Германии, с Кубы. В общем, вот несколько человек со всего мира, ну и нас там трое русских. Вот мы вдруг сели в автобус, когда мы должны были там в правительство поехать, мексиканское, и вдруг сел аккумулятор. И вот этот водитель, для него это был просто, ну я не знаю, шок. Как? Что делать-то? Аккумулятор сел. Он побежал в соседний, отель там спросить там где-то на ресепшене, что делать-то. Мы не поняли. Мы друг на друга смотрим. Говорим, они что, не понимают, что делать? Нет. Мы, вот этим голландцам, немцам говорим, ну надо же машину толкнуть или там ее, там, так сказать, как это называется, прикурить, да, как у нас по-русски это говорит. Они говорят, а что это такое? Короче говоря, кое-как мы их там намекнули, что есть такой вот выход. Они говорят, вот вы русские, а мы бы вот так вот и сидели бы. Там был весь мир практически представлен. Никто не смог этого сделать. Но есть банальные вещи, просто мы
мы привыкли в себя не верить. Мы привыкли, что нам говорят, мы русские, такие-сякие. Но когда так было, что мы чего-то не смогли? Ну, честное слово, в самом деле, у нас так много всего, мы такие удивительные, и мы еще сохранили чувство, ну, умение трудиться и умение, скажем, друг друга принимать и как-то быть добрыми. Мы не отделяемся от всех, мы принимаем гостей. У нас с нами все в порядке на самом деле. И если бы только мы не слушали со стороны какие-то специальные, скажем, риторические экзерсисы, которые заставляют нас сомневаться в себе. Поэтому, ну, в конце концов, даже я помню, как-то раз был случай, когда вместо ремней на машине, там тоже где-то там на Западе машина там остановилась, чуть мне женские чулки русские придумал там натянуть, и машина поехала. Но только русский так может вот себе позволить, потому что он сталкивался с этими проблемами. И я помню в Париже, когда был март, вдруг пошел снег, и вдруг стало скользко, все встало. Они не знают, что такое зимняя резина, они не знают, что такое жидкость для омывания морозоустойчивая. То есть уровень приспособляемости наш и уровень возможностей куда шире. Я думаю, что вот, прежде всего нам не нужно терять какое-то моральное вот состояние духа, статуса нашего человеческого. И все у нас будет нормально. Мы справлялись всегда. Я, кстати, тоже поделюсь одним таким моментом. И думаю, что мне надо и честь знать, а то я у вас загостился, дорогая Светлана. Мы как-то с Михаилом Зиновичем Юрьевым говорили по поводу грядущего такого тотального экономического кризиса. Юрьев был в полной уверенности, что его глубина будет несопоставима с прежними, которых человечество знало прежде. Ну, им, так сказать, противоречий накопилось достаточно. И в этот момент с чисто русским оптимизмом Юрьев сказал, а вот тогда что они будут делать со своими айфонами? Потому что, значит, в ситуации глобального обрушения экономики, разрушения там технологических связей, значит, когда перестанут работать электросети, ведро айфонов и ведро мазута будет стоить существенно по-другому по сравнению с тем, как это стоит сейчас. То есть у нас еще и объективные предпосылки для выживания очень высокие. Я надеюсь, что это все сыграет свою роль. И мы как-то преодолеем вот этот вот сложный период в истории нашей страны. А декадентские сценарии «ложимся и помираем» или «становимся удобрением для следующих цивилизаций» мы не рассматриваем просто в принципе. Такого быть не может. Однозначно. На этой высокой ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы, пишите нам взвешенные, позитивные, конструктивные комментарии. Можете покритиковать, но опять-таки по главтемовской традиции корректно, аргументированно. Будьте здоровы, будем держаться вместе. Спасибо вам, до свидания.